выше середины проходит линия горизонта, которая розовит. Но мы ее сделаем чуть ниже и заслоним горами. От того, что мы затонировали, большого количества краски не приходится использовать. Чуть поджижаю краску. Чтобы усилить эффект пространства, делаем некоторое устье. Все линии в пространстве хотят сходиться в районе линии горизонта, поэтому легкое устье к середине будет лучше, чем отсутствие его. Тональные разницы небольшие. Внутри этих крупных элементов. Я имею в виду большая теневая, большая освещенная. Мастихин своим произволом укладки вполне дает вот эти оголенные скальные элементы. Плюс у нас еще будет возможность цветом снега поиграть. Там, где мы не вполне интересно сработаем чернотой. Чем дальше от источника света, тем небо будет более синим, сизым. А здесь более небесно-голубым. Так, источник света делает более голубым, а цвет воздуха, в принципе, это синь. Вот, и оно вместе тут с этим переходом из небесно-голубой. Вот такое. Можно потом по сухому еще раз пройтись и сделать какие-то нежнятины. Вот. И, наконец, облачка, которые там есть, и нам тоже пригодятся. В смысле, вот летящие. Сделаем мы их. Очень часто они выстраиваются в такую линию. И легкий уклон показывает идею
тока воздуха. Ну вот, друзья, вот такая горная красота. Я получил наслаждение. Надеюсь, и вы тоже получите.